За незаконное пересечение границы сотрудники пограничного управления ФСБ России по Челябинской области задержали двух иностранцев. Ранее они уже пытались незаконно въехать на территорию нашей страны по липовым документам. И до 2020 года им был запрещен въезд. Однако это их, видимо, не остановило. И они поочередно из Казахстана пересекли границу России. Но попасть в Челябинск им не удалось. Задержали. Даже во время допроса они пытались скрыть свои настоящие данные. И до последнего не раскрывали имена. Фамилия, имя, отчество. В настоящее время в отношении задержанных возбуждено уголовное дело, ведется следствие, и, кажется, в России им удалось задержаться. Вот только не в качестве гастарбайтеров, а в качестве заключенных.